Нормально ли немного повышенный пролактин на четвертый день цикла? Причина, опасно ли? Пролактин – это стрессовый гормон, поэтому, когда идет небольшое повышение, первое, что нужно сделать, это проверить ТТГ, то есть нет ли каких-то проблем со стороны щитовидной железы, посмотреть, нет ли слишком тугого бюстгальтера, потому что слишком тугой бюстгальтер, он иногда механически раздражает молочную железу и дает повышение. И он также повышается при стрессовых ситуациях. Поэтому, когда вы едете сдавать пролактин, когда в составе показателя есть пролактин, нужно, во-первых, ехать не волнуясь. То есть не нужно волноваться, не нужно переживать, не нужно там суетиться. Когда вы приезжаете в лабораторию, не бегите сразу сдавать кровь, чтобы сдать, отстреляться и убежать оттуда. Потому что может быть функционально повышенный, абсолютно не опасный пролактин, и тогда вы получите ложно положительный результат, ложно повышенный результат. Перед сдачей пролактина важно 20 минут посидеть вот рядом с кабинетом, где идет прием крови, забор крови, для того, чтобы возможные стрессовые элементы ушли, и тогда пролактин возвращается к физиологическому значению, и мы смотрим. Но если он постоянно повышен немножко, то, скорее всего, нужно его лечить и разбираться, проводить дополнительно дообследование, которое связано с гиперпролактинемией. Но если чуть-чуть, немного повышено на четвертый день цикла, в большинстве случаев это не требует какого-то лечения, и просто здесь важно разобраться.